Во время парадного совещания без внимания не оставили и тему капитального ремонта проспекта Яшлек. Так, мэр города Наиль Магдиев поручил ускорить работы. Когда планируют завершить капремонт, узнала Лилия Гатина. Все работы по благоустройству завершить. Такая погода – это божий дар для работников дорожной отрасли. Во время утреннего совещания мэр города попросил ускорить работы по капитальному ремонту проспекта Яшлек до наступления дождливой погоды. При этом, по словам градоначальника, торопиться нужно не в ущерб качеству. Все эти работы, связанные с асфальтированием, с бетонными работами, надо очень активно работать. Времени практически не остается. Я имею в виду, времени остается для теплой, комфортной погоды для укладки асфальта. Не уходите в дождливую погоду со всеми этими работами. По словам Наиля Магдеева, установку остановочных павильонов, а также работы, связанные с озеленением территории и посадкой деревьев, можно выполнить и в непогоду. Напомним, что общая сумма контракта составляет 680 миллионов рублей. Верхний слой уложили на основной части. У нас местные проезды остались. У нас остался монолитный борт с одной стороны 25-го комплекса. С благоустройством, с ограждением, наверное, в течение месяца закончим все. Когда? В течение месяца закончим. Также мэр города обратился к руководителю исполкома Фариду Салахову с просьбой обратить внимание и на работы на Автозаводском проспекте и в парке Прибрежный. Что касается проспекта Яшлек, в следующем году планируют отремонтировать вторую часть от проспекта Мира до Боровецкого моста. Лилия Гатина, Кирилл Хабзи, новости Набережные Челны.